Английская гласная you. В открытом слоге читается как долго you. Music cube. Краткое чтение во втором типе слога a. Bus cut. В сочетании с буквой r опять же получается сложный английский звук r. For example, fur turn. В сочетании букв r и e дает звук your. For example, pure, cure. Далее идут две гласные I и Y. Буква Y считается дублером буквы I и читается по тем же правилам, поэтому они здесь записаны вместе. Итак, в открытом слоге, в первом типе, они имеют чтение I. For example, type, mic, time. Во втором типе, в закрытом слоге, краткое I. Sit, pin, myth. В третьем типе звук er, sir, girl. И в четвертом типе ire, fire, tire, hire. А сейчас мы рассмотрим каждый тип слога более детально. Итак, давайте повторим. Гласная A в первом типе имеет чтение A. Во втором широкое «э», в третьем – долгий «а», в четвертом – «эр». Let's take some examples. Давайте приведем примеры и прочитаем их. The first one. Первый слог. Cake, plane, name, date, plate, place, lake, make, late, take. The second. Второй слог. Man, flat, bag, plan, cat, set, map, hat, jam, apple, salad, flag, Saturday. The third. Третий. Jar, large, yard, arm, part, dog, park, car, start, bar. And the fourth. И последний, четвертый. Care, rare, share, hair. Следующая наша гласная L. Итак, гласная L в первом типе читается как L. Во втором